Всем привет, вы на канале Темная Лица, меня зовут Дима, я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 и Черный Флаг. И пошли 123-я часть игры под названием «Страшная тайна мудреца». Я желаю всем приятного просмотра, мои классные дорогие друзья. Надеюсь, вам понравится мое прохождение. И теперь я уже хотел мнение спросить, как вы думаете, вот новая часть Ассасина вышла буквально вчера. Вот все, что спросил, как вы думаете, она получится классная или интересная? Конечно, еще рано спрашивать об этой игре, она только вышла, но тем не менее. Вот ваше мнение хочу узнать, она будет интересная или она получится говно? Просто реально интересненько, я вот думаю, стоит ли покупать ее потом, когда мне деньги появятся, или нет, чтобы потом на канале у себя ее пройти. Вот, правда, напишите в комментариях ваше мнение. И огромное вам всем, друзья, спасибо за вашу поддержку. И эксперты уважуху, вы у меня лучшие. Молодцы, спасибо вам. Что вам предложить, капитан? Так, что предложить? Ну, сейчас посмотрим, что ты мне можешь предложить. Хотя, конечно, у меня, друзья, мало реалов, конечно. Опа, сахар можно продать. Прикольно, прикольненько. Да, опа, еще ром. Опа, теперь у меня уже почти... Не, у меня теперь 8 тысяч реалов. Круто, круто, друзья. Так, что же я могу себе купить? Давайте посмотрим. Так, улучшение галки. Ну-ка. Ну, в принципе, я на самом деле пока ничего не могу улучшить. Да, скорее всего. Потому что у меня материалов не хватает, а? Так... Так, я облом, да ладненько, тогда я пойду быстренько в другое место. Хотя нет, сейчас быстренько, друзья. Внешний вид галки. Так. Так, галки. А, тут птиц дерево, не, я лучше эти материалы сэкономлю на другое. Так, что, о, конечно, можно будет взять, но металл мне нужен, его трудно забыть. Так, паруса с красными парусами, так. О, кожаные паруса, ух ты. Блин, ну... А, под следующий раз как-нибудь их сделаю. Так, сейчас. Пойду быстро... Отличная сделка! Ага, конечно, сейчас быстро схожу, посмотрю, смогу ли я тут улучшить вот у чувака, помочь ему с улучшениями или нет, а? Я тут подумал, капитан, а что если нам разжечь на берегу костер, а? Ребятам давно пора расслабиться чуток. Хорошая, хорошая идея, сколько стоит? А, 7 тысяч, мне хватает. Почему бы и нет? Давайте улучшим наш новый дом, большой Янугуа. Дайте, мои друзья радуются, кайфуют, а? Вон, болтают. Если, ну, вот кайф, а? Я кайф сделал, так, сундучок. Сейчас его откроем. И пойдем, наконец, от тебя. Вот. Сейчас покажу вам быстренько. Получится, основная миссия находится недалеко сейчас. Вот, сейчас покажу. От форта. Сейчас, именно. Вот этого форта получается, да? А, вот от этого форта. Получается, мы его и захватим, друзья, с вами, а? В принципе, я могу, на самом деле, сейчас все переместиться. И не париться, времени тратит, но я хочу поплавать, полазить там. А кстати, где мы находимся? А где мы вообще? Так, я заблудился, я себя найти не могу. Вот, перед тем, как мы отправились на основную миссию, все равно реально по пути. Я захочу вот этот новый форт, по крайней мере, попробую его захватить. Потому что записано много, скорее всего, там будут жесткие укрепления, и скорее всего, сомневаюсь, что мне получится его захватить. Но я попробую. Так, ладненько, получится, я тогда вот сюда перемещусь. Так, нет, всё, не могу. Так, вот сюда могу переместиться. Да, друзья, так и сделаем. Переместим с вами сразу сюда. Дабы, чтобы просто времени не тратить, а? Зачем точки перемещения делал, если я не буду ими пользоваться? Правильно, правильно. Кстати, какой костюмчик у меня прикольный. Опа, так. Получается, перед основной миссией мы сначала отправимся... Ой, куда это я? Это куда это я? А, вот он я. Все, так. Захватим с вами форт. Хотя бы... Нет, вот, хотя бы попробуем его захватить. Так. Во, все. Так, да хоть. Какие у нас планы, капитан? Нынче чудный день для грабежа. Есть идеи? Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Аде? А твоя цель? Кит намекал, что в Тулуме ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко на западе. Ты ему доверяешь? Не знаю. Но в чем ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро. Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулум. Так, охотники, сзади нас, друзья, дорогие, видите, охотники на пиратов, а? Но, блин, зараза, у нас уже уровень получился третья известность, а? То, что охотники пятов стали сильнее и опаснее, а у нас галка еще не особо сильная, поэтому я думаю, с ними сейчас не буду встречаться на самом деле. Забьем у них болт. Так, тут это у нас получится мирный. Так, опа, чувак за бортом. Или не показалось? Не показалось, так опять же мирный. Маленький, сейчас попробуем захватить этот форт.
Надеюсь, у нас все получится, друзья. Ну, охотники неопрактов, конечно, мы можем их, наверное, победить, но их там два корабля. Поэтому, я думаю, перебьются они, а? Не будем на время тратить на них, а? В следующей миссии с ними не повоюем, а? Опа, Брик. А вот на Брик можно будет напасть. Почему бы и нет, давайте. Только я только за. Так, это опять же мирный получается. Тут у нас получается добыча. Сейчас мы быстро соберем ее. Если, конечно, раньше времени охотники на пиратов не поймают, а? Ну, то есть не догонят. Маленько, тут получится пока один корабль, Брик. В принципе, там ему эти люди, ну, не должны помогать. Хотя не знаю, поэтому давайте сейчас нападем на него. Оба, видели, там погода плохая? Вот впереди тучи, а? Вон, видите, там он, около форта, а? Так, опа, получается. Готовы стрелять, сэр! За нами корабль, сэр! Да я уже так понял. Это испанцы! Ударим по ним здесь, Кэп! Бли! Это испанцы, это я понял. А я думал, я просто на фокус посмотрел, а? Бли! Сейчас мы, друзья, их быстро загосим, испанцев. Пойдем, захватим. Вот. Так, осталось буквально немножечко. Они стреляют! Садите на них залп, капитан! Нет, все-таки, друзья, хулики нет, поэтому нас достигли. Надо, блин, Вадик, отпишись. Они попали, капитан! Придется, друзья, разобраться. Так что быть. Ого, нифига себе нас напали, а! Блин, не знаю, получится ли нас разобраться. Они совсем близко! Вот сука, охотники на пиратов. Стреляют! Попали прямо в нас! Ладно, вариации нет. К абордажу готовы, сэр! На абордаж. Есть. А то нас, просто мне кажется, мы просто их не выиграем. Тут у нас, получается, напали ублюдские охотники, еще и другие испанцы. Они могут просто нас, друзья, с вами поиметь. Сейчас мы быстренько их победим. Так, ладненько, не буду. Блин, своего убил, зараза. Так, твою опять же свой. Во, есть, все. Так, Спальфера я дебилов убил. Сейчас я быстренько галки жизни починю. Потому что мне это важно сделать. И поимею, сука, охотника за пиратов. Поставить захватить форт. И пойду уже выполнять основное задание. Так, починить галку. Конечно, да. Конечно, мне надо снизить известность, но это уже потом. Потому что моя галка еще не готова. Блин, с повышением известности иметь жесткими охотниками за пиратов и меня по уровням. Дела. Ну все, в любом случае их придется победить сейчас, а? Потому что иначе мы не уйдем, они нас поимеют. Так, испанцев мы поимели. Давайте их, сука, поимеем, а? Садите ко мне, кстати. Корабль пожестче. Видите, с ним уже труднее получается. Мы им ХП мало снимаем, а? Это хреновастенько. Держи вражеский огонь! Блин, че, сука, получится не помогают другие еще корабли, а? Это плохо. Ударим по ним сейчас здесь, Кэп! Быстренько, сука, поимеем. Блин, там у него уязвимый, это сэр! Этого мы тоже поимеем, чтобы не мешал нам. А, так что и потом. Так, потом захватим испанцев. Ударим по ним здесь, Кэп! Блин! Флот Кэннелла отправить на нас корабль, потому что... хорошее. Ударим по ним, сэр! Сейчас, ребята, все будет. Жалко, что я игру себе не купил, а то мне можно было бы свой форт разбивать бы, а? Именно... Ого! Нифига себе! Да, можно было бы его реально развивать. Я посмотрел чувака раньше прохождения. Там он же купленная игра была у него. Он там свой форт развивал. Прикольно было. Я, конечно, могу его развивать, но так как он развивал, не могу, потому что у меня версия не купленная. Эта игра стоит того. Это на самом деле одна из лучших частей в данной серии, реально. Надеюсь, что Вальгала получится интересная. Я очень надеюсь. Я просто хочу реально купить себе ее. Мне реально понравился ассасин. Надеюсь, что Вальгала зайдет мне. Ну и вам, может быть, зайдет, если я куплю мои прохождения этой игры. Я, конечно, сейчас собираюсь ее проходить, но, блин, сука, на таран пошли, а. Зараза. Отдать дроты по ветру! Бой готов! Они открылись! Так, все. Ударьте-ка по ним, сэр! А, последний раз. Вот, есть, сука, так, на абордаж их возьмем, но жизнь мы пополним с помощью НИИ. А их мы, получится, отправим в наш форт. Да. Тащи их сюда! Раз. Ого, у меня уровень известности почти четвертый. Надо будет офига уровень известности снизить, а? Ну, это кораблик, мы отправим в форт Кэннелла. Так, одного убил. Так. Четверых. Шестерых я убил, классненько. Мог, конечно, и всех убить, но ладненько. Так, ой, блин, я хотел сразу на корабль прыгнуть, а.
Блин, а. Там, сука, еще и стрелок, а. Тублюдок, а. Ладно. Сейчас, друзья, я быстренько с ними разберусь. Как я их, а? Ни одного из своих не потерял, а. Эдвард, молодец. Так, надо чуть потише быть, а то я... Ух, Эдвард, молодец, ребята. И огромное вам всем спасибо за поддержку. Ссылочки на мою группу в ВК есть. Хорошо будет в описании. Вступайте, вместе будет веселее. И огромное, огромное вам всем спасибо, что вы участвовали в вопросе. И спецу уважуха, реально спасибо. Вы молодцы, вы лучшие. Спасибо, я очень рад, что с вами дружу. Честное слово, что я вас нашел и с вами дружу. С вами подружился, вот. Так, мы отправили во флот, это круто. Так, получили металл. О, кстати, какая погодка. Да, согласен. Одевали, теперь мы находим материал, чтобы улучшить галку. Так, там у нас находится груз. Сейчас мы захватим этот кораблик. Получится хп я починю галки. Дабы нам нужно реально жизни, а. Вот видите, у нас вообще пипец осталось. Тут частые вражеские патрули, капитан. Понял, понял. Ну-ка, поцелуемся! Спасибо, спасибо, давай, что подсказал мне. Сейчас мы получится попробовать с фольклора, не спеша. Убить всех. Смотрите, я тут и промазал, а. Позор мне. Так, получится двоих. Троих и... где-нибудь он там. Четверо, блин, одного не добило. Ладненько, так же быть. На корабле я припрыгивать не буду. Попробую убить так. Ой, промазал. Есть! Мне просто лень было прыгать из корабль. Кстати говоря, друзья, погодка изменилась. Пошел дождь. Блин, вот игры так быстро погода меняется. Будет бах солнца, а потом бах резко дождь. Блин, я удивлен. Так. Галку точно починить, однозначно. Потом надо будет, когда мы захватим форт, если получится его захватить, пока снизим себе его неизвестность, а? Дабы что, мы хотим, конечно, можем их победить, этих охотников на пиратов, но лучше его неизвестности снизить. А, можно улучшить? Ну да, отдавали, я с тобой согласен, материалов хватит, но... Ну, отдавали. А, я не могу во время шторма, понял, отпустить штормвал. Я, да, отдавали. Материалов хватает, но... У меня есть реалов, чтобы купить улучшения эти, поэтому, увы. Так, блин, надо как-то постараться их поиметь. Но, скорее всего, не получится. Блин, а. Ты заметили, блин, погодка реально очень быстро поменялась. Как только получится. Да, я вижу, отдавали, а. Ни хрена себе, сука, быстрее. Форту, капитан! Я вижу. Твою мать, быстрее. Ни хрена себе не гостит, да. Эти, сука, уже сложнее будут. Их еще и смерч, а! Да, ужас. Бли! Так. Задите-ка вы залп, капитан! Готовы бить, сэр! Салп! Так. Ударим по ним здесь, кэр! Получилось. Так, надеюсь, у нас получится хватить этот форт, а? Если бы нам пришла. Мимо! Смерч. Стоим надежно? Смерч не помешает, друзья. Так. Получится. Они уязвимы здесь, надо бить! Только скажи, удачная позиция! Бли! Сейчас мы добьем их, а? Бли! Хороший залп нам поможет! Есть! Бли! Бли! Так, это подходящая мы добили. Дистанция! Блин, сейчас теперь это добьем! Залп! Так. Ух ты, сука, блин, а? Бли! Да не, я... Так, понял. Бли! Сука, блин, почему нас поимели, а? Эдвард, блин, сука, блин, погода, еб твою мать, смерч, а? Даже не заметил его, а? Внимание не обратил. Мы сейчас развалимся на части, капитан! А? Твою налево, сука, нас победил смерч, а? Ё-моё, друзья, сразу, блин, я почти раздолбал форт, блин, и смерч просто нас победил, а? Ладненько, дубль 2-2. Сейчас я быстро с ним разберусь. И пойду наконец-таки выполнить основное задание. Блин. Какие у нас планы, капитан? Нынче чудный день для грабежа. Есть идеи? Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Сейчас, друзья, мы быстренько поимеем этот форт. Я почти раз огромил его, если бы не смерч. Реально, я бы увидели сами, а. Кит намекал, что победил бы. Ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на юге. И опять погода резко изменилась, блин. Не знаю. Опять смерч, сука. Но в чем ему не откажешь, это умение разбудить совесть. Достаю. Не нужно его винить, и скоро. Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Блин, сразу она поближе. Поближе это подходит к ним, а? То мы пока достать не можем. Главное, еще подальше от смерти держаться, а?
так, ё-моё, а. Тут еще и смерч, ого, и два смерча. Так ну нахрен, а. Нас у тебя не знаю. Блин! Я понял, давай, блин! Я вижу. Я твою налево. Я твою смерч, грёбаный, блин, а. Меньше гор! А ну куда, да ты что ты творишь, Эдвард, твою налево. Блин! Давай, давай. Блин! Хотя бы это раздолбаем, а хоть что-то раздолбаем, а. Да опять смерч, иди ж ты нахрен, а. Причисто смерч сейчас получится имеет. Не сам форт, а получится смерч, сука, а. Ублюдская. Ладно. Блин! Давай. Есть, а так одно бы укрепление раздолбали. Блин! Сейчас. Так, давайте. Блин! Молодцы. Так, теперь третье. Подожди, аккуратно, давай, Эдвард. Так, вот это. Сау! Давай. Сау! Пошел нахрен смерч. Блин! Там смерч очень жесткий, как видите, да? Друзья. Блин! Капец, да? Блин! Давай, 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 давай. Блин! Есть, да? Третье мы раздолбали укрепление. Сау! Осталось еще четыре. Так. Блин! Не, мы должны захватить, если бы сейчас не. Смерч. Надеюсь, у нас не достанет. Есть, есть, есть. Так, срочно сваливаем смерча. Опа, груз. Так, блин, сваливаем. Погодка капец разбушевалась в море. Видите, даже поимел корабль вражеский, а. Маленько, на него мы бог забьем. Наша цель сейчас захватить именно форт. А это самое главное. Нам осталось немножко и чуть, и мы его захватим. Фух, надеюсь, друзья, правда, у меня все получится, если не смерч. Мы еще по сути по кругу ходим, да? Это хреново, а. Нам может обратно затянуть, а. Одно нам с вами не нужно, друзья. Так. Никак не нужно. Он, блин, такой, сука, быстрый, что пипец, смерч. Ну, еб твой налево. Бля, я могу затянуть, а. Давай, 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 Эдвард, давай. Так, достану, достану. Я не достаю, блин, а. Просто реально не достаю, а. Маленько сейчас поближе подплывем. Сейчас, друзья. Погодка просто ужас, как еще один смерч. Посмотрите, разбушевалось, блин, это ужас. Так, сейчас блин! Достаю. Есть, так. Есть, немножечко осталось. Блин! Так, давайте. Блин! Есть, осталось совершенно чуть-чуть. Блин! Так, это мы не достаем, да? Зараза, этот смерч по кругу, сука, так и будет ходить, а. Реально, так еще и быстро уйдет, а. Блин! Есть. Блин! Давай, 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 давай. Да, бля, опять заколебал, мне просто смерч, понимаете, бесит, а. И форт-то ладно, наша галка получится справиться с фортом, в смысле укреплениями форта, обороны его. А вот, блин, смерч, он, сука, нам мешает, а. Нам из-за него приходится то сюда прятаться, а. Да и разогнаться невозможно в шторм, как вы понимаете. А это печаль беда, получается, он очень быстро ходит. Получается, очень быстро, сказать, то сюда ходит, видите, он почти по кругу именно ходит, пока мы форт не раздолбаем. Погодка не изменится. Так, давайте. Есть, осталось последнее укрепление. Блин! Давай. Опа-опа, давай. Я верю в тебя. Так, мои друзья, тоже верю, что мы сможем. Блин! Есть, есть, сука, есть. Мы победили эти. Сейчас захватил форт, друзья, и получил выполнять основное задание. Так, как видите, друзья, погодка изменилась, брамселя, как я и говорил, в принципе. Сейчас все будет, друзья. Сейчас мы быстренько пришвартуемся и пойдем захватим форт и пойдем выполнять основную миссию. Я же видел, друзья, я захватил форт и все, смерч как тут, бах, погодка изменилась, стала хорошей и, бах, смерч тоже исчез. Все-таки, друзья, я был прав. Сейчас пришвартуемся. По носу земля, сэр. Так, тормози, тормози. Все. Сейчас я пойду быстренько, сбегаю, убью гребаного мудака. Так, все, поехали в форт. Сейчас все будет сделано. Кстати, сейчас надо будет, кстати, у чуваков-торговца уровень известности снизить галки, а. В любом случае, он потом все у нас быстро поднимется. Так, сейчас. Опа-опа, опа, убейте офицера. Ого, три офицера? Да, тут же уровень сложности уже посложнее было. Да. Поэтому да. Так, три офицера. Так, первый офицер тут у нас. А, ты помогать будешь ему, да? А, своего же придурок убила. Мудень тупой, а. Так,
Ах ты, сука, смотри какое. Офицеры помогают. В принципе, правильно. Ужас. Командир защищает своего. Смотри, а. Ладненько, чувак. Не будем с тобой париться, а. Пошел нахрен. Так, первого офицера мы убили. Осталось еще убить двух офицеров. Раньше был один офицер, а то теперь три. Поэтому это доказывает, что, суки стали сильнее, а. Охренел. Ого, Эдвард разошелся. Давай, Эдвард. Покажи этим магам. Тамплиерам, где... Я, покажи тамплиерам, где арки зимуют. Во. Так. Опа, еще один. Так, сундук, он находится вообще недалеко. А где он именно находится? А, внизу. Сейчас спустимся. Быстренько его откроем. Давай. Так, один сундук из двух. Он то... Блин, ну название, конечно, форта, я не почитаю, а. Давай, сука. Второго офицера я вообще изи убила. И этого тоже. Блин, это реально офигенная часть. Надеюсь, правда, Вальгава будет классная. И просто по триллерам, она мне очень понравилась, Вальгава. Ну а так, я не знаю, какая она будет вообще. Интересная, неинтересная. Будет прикольный сюжет, не будет. Так, осталось последнего офицера убить. Сейчас его убьем. Он, сука, еще убегает от нас, а. О, сверху, блин, хотел сверху убить, а. Не получилось, а. Сука, а. Че, охренели, а. Ладно. Так, все, офицеров я убил. Прекрасно, сейчас быстренько фрагменты анимуса. Так, соберу. Получается, тут хрена с два. Видите, мои радуются, типа, ей, мы победили. Ха-ха. Двойное убийство. Да, двойное убийство — это классная вещь. А, его можно убить. Давайте убьем, а. Сука, они заслужили это. Так, опа, боеприпасы. Ладно, все, я не буду, не ссы. Твоего одного убил, дебила, тебя не будет, так что быть, пожалею. Так, надо как-то забраться туда. Сейчас соберусь и фармит анимуса соберу. Быстренько сундуки все соберу, сразу заранее в форте и пойду, как говорится, дойду до штаба. Так, получается у нас так, раз. Блин, давай, Эдуард, давай. И раз, прокачаемся. И два, молодец, так, теперь. Опа, ой-ой-ой, и фрагмент анимуса. А, один из двух, да? Опа, молодец, так. Сейчас сундучок возьмем же так же. Где сундук был? Так, я где-то его видел, он потерял. Тут дофига точек стало наших, а видите, да? Этих синеньких, а? Моих союзников новых. О, вот он фрагмент анимуса второй. Сейчас мы его возьмем. Опа, давай, Эдвард, давай. Так. Есть, второй фрагмент анимуса собран. Осталось теперь взять сундук. А, тут сундук не... А, сундук вон он, где аж. Сундук получается у нас... Ого, где сундук? Ладненько, сейчас. Быстренько его возьмем, в принципе, недалеко. Сейчас, говорится, командира штаба убьем. С пистолета или так убьем его. Хотя с пистолета, и все. Мои друзья радуются, типа, есть, суки, мы победили этих сук, ура! Спасибо тебе, Эдвард. Я такой, всегда пожалуйста, друзья, всегда пожалуйста. Я всегда рад своих друзей поддержать. Ага, в трудной ситуации, тем более. Да и так без трудной ситуации в любом случае рад поддержать. Так, сейчас быстренько доберемся до штаба. Нам еще после миссии надо проходить. Да, поэтому да. Так, давайте, друзья. Кажется, позанимайся спортом. Спорт — это хорошо, это полезно. Так. Ух ты, реально. Надо слышать так. Ух, давай, открываем. Такой с ноги крутой, а? Нет, сука. Пошел, есть, мы захватили форт. Теперь это наш форт. А кстати говоря, этот форт не так было легко раздолбать. Конечно, если бы галку был бы послабее бы. Если бы я заранее прокачал бы ее, да, было бы сложнее. И теперь у нас это получается зона доступна. Видите, сколько у меня уже зон. Сейчас сохранится. Сколько у меня зон уже доступна. Посмотрите, сколько я уже открыл, да, тут получится фрагментов анимусов, сколько дохера, сундуков, акул. Блин, получится. Раз корабль легендарный, два корабля легендарный. Потом, видите, тут вот сколько точек еще. Сколько еще локаций неизведанных. Скоро получится я захочу все форты, друзья. И получится весь океан, вот это, не знаю, через океан, будет мне принадлежать и моей команде. Так вот, все. Основная миссия есть. Так, законы океана. Не-не-не, потом, что сейчас выполню. Может, 24-я миссия, может и будет называться законы океана. А так, не. Я пошел на основную.
Я хочу наконец-таки хоть, конечно, дополнительные миссии прикольные, друзья, но хочу выполнить основные. Так, во форт хрена что сделаю. Дверь дабы у меня игра не куплена, я не могу что-то делать с фортом Кейнона. Так, тут снаряга. Опа, продать. А сейчас продадим, если это возможно. А это можно, чтобы дабы нас просто галка стала быстрее. Так, окей. Подали, круто, так, металл все это есть, так, ну галки мы в принципе ничего улучшить не можем. Ну у нас просто, может, материалов не хватает, теперь реалов не хватает, видите, друзья. Опа, улучшенный таран, так, может обычных ядер нет, мартирные ядра тоже, так, может фальконетов тоже нет. Зараза, вообще не хватает теперь, друзья, реалов. Это получается, видите, надо компанию дальше продолжить, чтобы мы открыли эту фигню. Водолазный колокол. Ого, прикольно. Так, ладно, крялку мы не улучшим, увы. Надо подкопить немножечко реалов. И материалов еще. Фух, блин. Ай, кайфа. Сейчас, друзья, нам... О, нам, в принципе, надо в ускоренном темпе отправиться к основной миссии. Сейчас, подождите. Контакт мы выполнил потом. Согласен, спасибо. Так, погодка опять меняется. Так, сейчас. Давайте, давайте. Я где-то фортов уже где-то 5, 4 или 5 фортов захватила. И главное вам, друзья, всем спасибо за поддержку. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. И пожелаю вам, чтобы у вас, блин, чтобы у вас на канале было дофига актива, дофига подписчиков и дофига всего хорошего. Просмотров и лайков. А дизлайков вообще было ноль. Сейчас в ускоренном темпе, друзья. Так, доплывем, а. А то просто, друзья, я могу без конца сражаться с этими дебилами. Сейчас чувака спасем. Я просто могу, друзья, без конца или с дебилами сражаться. Получится, этому конца не будет, а? Пока мне не надоест. Человек за бортом! Так, давай, ради давай. Все. Поэтому я ускорюсь, дабы это возможно. Пока погода хорошая. И пойду, наконец-таки, я выполню основу. А я меня встречу с Кидом, как я понимаю. Еще раз повторяю. 23-я миссия называется «Страшная тайна мудреца». Мне интересно, что ж такая за тайна у него, а? Что она страшная. Надеюсь, вам нравится миссия, надеюсь, вам нравится название миссии. А, типа все, тут дальше уже нельзя в ускоренном темпе, да? Блин, нам получится галки, надо будет еще, надо будет галку нам полечить. Потому что, видите, нас одна полоски жизни не хватает, а? А, честно, вначале думал, честно, друзья, изначально я вообще не думал, что мне получится хватить форт. Я думал, что, типа, галка у меня еще слабая и все такое, а нет. Она, конечно, еще не сильная. Но не слабенькая, и мне получилось форт захватить. Я этому очень рад. Так, тут опять можно нам быстро ускориться. Непонятно, там типа нельзя было, тут можно. Ладненько. Так, ладушки, давайте. Почти доплыли. Так, ничто не истина. Ну, сама миссия называется так, но я ее название лучше сделала. Страшная тайна мудреца намного лучше, чем ничто не истина. Это, конечно, неплохое название, но это лучше мое. Так, найдите Джеймса Кида. Так, накрутируйте ассасинов. Заберите сокровища из сундуков. Окей, окей, опа, вот первый сундук. Так, надо будет все допы выполнить, а? А, типа ассасинов не убивать. Так, внимание, внимание, не выдавайте себя, не совершайте убийств. Окей, окей. А это получится остров ассасинов, да? Надо будет, друзья, постараться выполнить доп задание. Наша цель получается накрутировать трех ассасинов и собрать 4 сундука. И ни одного ассасина не убить. Да, это, конечно, сделать будет нелегко. Зараза. Но все получится. Так, мне надо будет его полюбес. Накрутировать же надо было. Правильно. Так, первого получилось. Сейчас у нас девушка пошла. Надо будет ее накрутировать. Блин, сука, а умные ассасины, видите, блин, классные. Давай, девчонка, давай, девчуля. Я тебя хочу. Давай. Так, вторая. Я осталось, получается, накрутировать его. Думаю, у нас все получится. Хотя там еще получится ассасин. А, еще и сверху ассасин. А, да, да, там же сверху. Убить, убивать я не буду. Твою налево. Спасибо. Убивать я не буду. Так, значит, надо его. Теперь, зараза, спалит нас еще раньше времени. Ого, а ему, кстати говоря, у них прикольный тоже костюм, а? Да-да-да, он к нам идет, хорошо. Есть, так, первое мы выполнили дополнение.
Накрутировали, круто. Так, теперь нужно сундуки, получается, да? Ладненько. Там три ассасина уже. Там, получается, уже зараза. Хотя можно с ними помахаться теперь, а? Да, давайте помахаемся с ними, а? Я же выполнил то. Давайте, давай, друзья, давай. А, сука, нельзя так сделать, а? Блин, я не знал, друзья, честно. Я понял, что нельзя выдавать. Ну, я же типа, думал, выполню топ задание и все. Блин, зараза, а? Опять надо, да, сделать это, или я выполнил уже? А, блин, опять же, а? Друзья, сори, я не знал, что нельзя будет это... Что вообще нельзя по этой миссии, надо бесшумно быть, а? Блин, вот я балбес, а? Тигре море такое чистое в этой игре, а? Такое кайфное, рыбки плавают, блин, охереть, а? Блин, это реально классная часть, не знаю, мне она очень-очень нравится. Так, сейчас опять же, быстренько их троих рекрутируем. Его первого, получается, накрутируем. Потом девчонку. Так. Она, получается, нас может спалить. Так. Его. Потом ее, потом его. И пойдем уже по-тихому фагментанимуса собирать. Так, давай, девчонка. Получается, первый раз она была с него капюшон. Сейчас она, получается, его наоборот одела. Ладненько. Так, фагментанимуса мы соберем потом. Это не важно. Там три дебила стоят. Мы к ним не пойдем. Наша главная цель, потом еще цель дополнительная будет. Собрать все 4 сундука. Один мы нашли. Осталось еще 3. Такая красивый остров, а? Тут прям дохера кишмятки чит ассасинов, а? Так, чтобы нас не спалили. Есть, выполнили. Так, теперь сундуки. Сундучки наши. Так, это получается кит. А, пункт назначения, понял. А, пункт назначения. А, помню такой фильм, а? Так, сундуки. А, нам нужно в любом случае точку синхронизации сделать, да. Так что по любой стороне надо постараться, чтобы нас не спалили. Так, давайте. Так, тут получится 2 ассасина, да? Ладненько. Давайте. Точку синхронизации мне по любой стороне надо сделать. Иди ко мне, давай, давай. Это придурки, скорее всего, ко мне не пойдешь. Так, пока тут не палят нас, это хорошо. Прекрасно. Ай, офигенная миссия. Блин, охеренное сюжетное задание. Сейчас с вами метанимусы соберем. Потом, давай, потом. Сделаем сейчас точку синхронизации. Дабы, чтобы нас эти дебилы не спалили, а. А точка синхронизации нам понадобится, чтобы найти еще 3 оставшихся сундука. Есть, блин, какое красивое море, красивый остров, красивый корабль. И вы у меня, друзья, молодцы. Правда, спасибо вам всем огромное за поддержку вашего. Я очень стараюсь, правда, спасибо. Так, фрагмент, нам надо прыгнуть вниз, давай. Прыжок веры, обожаю. Вау. Супер, так. О, точка синхронизации, Тулим. Ага, остров называется Тулим. Точка синхронизации одна из двух. Так, ладненько, теперь можно сундуки поискать. Опа, вот второй сундук получается. О, тут у нас получается Ягуар. А третий сундук тут. Да, сейчас сундуки, друзья, соберем, потом уже пойдем к Джеймсу. Или еще к нему поговорим с ним. Потом уже к сундукам, если так можно. Вот же, блин. Так, блин, проблемка. Получается тут дофига, тут прям кишмя кишит остров ассасинов. Поэтому так легко их не получится обойти. Надо будет по-тихому, друзья. Поэтому придется как-то... Там ассасины 2, там 2, тут 2. Так, надеюсь, слава богам, что эти не такие зоркие ассасины, и меня не спалили. Убивать мы его не будем. Так, как-то, друзья, обойдем с вами по воде. Дабы с ними встречаться мы... А, вот, я ассасин. Зараза. А, судя говоря, прикольно, море красивое. Опа-опа, она прям к нам идет, девчонка эта. А, баба огонь. Ага, это реально классно выглядит. Так, давай, девчонка. Ко мне, ко мне. Давай, иди сюда, девчуля. А, маленько, не получится. Так что быть, по-тихому. Не подойдем. Тут играем мы тоже ассасина, но они все равно палят, а. Так, сейчас мы ее накаутируем. Дабы эти дебилы нас отсюда не спалят. Ха-ха-ха. Да мы не убили тебя, несы. Нормально все, ты просто поспишь. Опа, опять же, блин, там еще один, видели, да, ассасин? Так, мы сейчас его так обойдем. По-хитрому сделали, а. А, кстати говоря, у них оружие, видели, с точками есть, а? Почему мне это оружие не дали, а? А может мне этот Джеймс эту пушку даст, а? Ну,
с дротиками, а? Так, опа, тут получилось 70 дротов, мне нужно, но мне нужно 4. Так, теперь, получится, наш следующий сундук находится... Так, хотя, может, Джеймса сначала можно встретиться? Или нет, сначала лучше, сначала сундуки, потом Джеймс. Да, мне кажется, если я сейчас возьму задание, хотя, конечно, это не факт, я просто могу просрать этот доп, а я не хочу. Так, получится, обойти можно... А, типа там нельзя, да? Облом, облом. Понял. Типа, область недоступна пока что. Так, Джеймса мы найдем. Джеймс такой скрытый парень. Или, может быть, даже девушка. А, он даже вообще недалеко находится. Ой, зараза. Я зараза, ё-моё, ну что такое, сука, блин, а? Ай же, блин, а, надо же было так спалиться, фу, позор мне, а. Ну что, заново, да? Ах, блин, заново все, ты какого хрена, ну блин, Дима, ну как же так, а? Ну ты, блин, чистый конь, а. Как же так, надо было спалиться, позор мне, а. Ой, друзья, сейчас все-таки попробую с Джеймсом встретиться. В смысле, ну, может быть, и дроп не просрем. Это же так, реально обидно лохануться так, а. Маленько, черт, опять же, сейчас быстренько их вырубим. Друзья, извините меня. То, что так лоханулся, честно, извините. Я, блин, ну, я не ожидал, что лоханусь. Ну, получилось так, а. Обидно, конечно, но реально, честно, обидно. Так, девушка, теперь ты у нас. Опять же, на капюшон с него, а. Так, сейчас мы быстренько вас троих. Хотя нет, может быть, его не будем. Или будем. Нет, все-таки мы его будем, потому что он меня бесит. А я его не убивал, так что все нормально. Так, это мы пополнили. Сверху нас дебилы могут спалить, но надеюсь, не спалят. А, нет, не сверху. Блин. Нет, все-таки сверху нас тоже палят, да? А, зараза. Поэтому надо было их... Блин, зараза. Фу-фу-фу, блин, вовремя я успел, а. Чуть опять не спалил себя. Не, убивать не будем, а. Так, надеюсь, он не такой зоркий, а. Наставник велел быть готовыми ко всему. Тамплиеры могут знать, где мы. Это все Волхов. Да? Тот англичан. Он всех нас предал, негодяй. Втерся в доверие. А кто мог знать? Он даже Атабая вокруг пальца обвел. Атабая? Какого типа фудо-лидера ассасинов, а? Как я понимаю. Ладненько, сейчас надо девушку эту полюбес накаутировать. Хотя нет, потом, пускай еще она развернется, а? Да, давайте, друзья. Устроимся, позанимаемся спортом. Ну, не слишком быстро. Блин, а мы реально очень красивый, остров красивый. Так, давай. Ух, блин, вовремя, капец, они так быстро разворачиваются. Так, теперь осталось того придурка. Надо как-то по воде попрыгать. Опа-опа, как это прикольно, прыгай. Так, надеюсь, получится, приходится, да, придется так теперь, вот с этой стороны его накрутировать. Ух, вовремя, блин. Так, это сундук я вскрыл. Есть, так. Так, блин, зараза. Да, зараза. Блин, вовремя, ну заколебали они так палить меня быстро. Да, эта миссия, друзья, очень даже трудная. Ух, вовремя, блин, вовремя его. Ладно, так что вы, друзья, пойду я с Кидом встречусь, а потом сундуки найду, надеюсь. В любом случае, все равно полюбаться надо с ним встречаться. А, нам надо... А, понял, он где-то там, скорее всего, да? Бля, тут прикольная у них база, а. Так, Кид, где же ты, а? Бля, опять ассасина. Там ассасина. Да, тут же, я же говорил, тут остров ассасинов, поэтому не надо удивляться. Так, он сейчас сюда пойдет, друзья, и я его вырублю. Нам же по-тихому надо. Вот не люблю я миссии в играх по-тихому, а. Я честно не люблю эти миссии. Поэтому эта миссия реально одна из сложных миссий в данной игре. Вот у меня, вот сколько я миссий проходил в игре, это самая для меня получится одна из сложных миссий в этой игре. Честно. Так, сундук получается у нас рядом находится. Фармитонимуса тоже. Так, ну ассасины, ассасины. Один пошел туда. Другой туда. Ай, блин, зараза, чуть не спалил меня. Так.
Блин, их тут трое. Ну то их я вырубать, конечно, смогу вырубить на самом деле, но. Блин, лень. Блин, Эдвард, ты не болишь, ты себя придурок, а? Тут ты полбец лазит по деревьям, это не надо, а? Ладненько, получается, надо вырубить будет. Сейчас полюбуйся на вырубить, в любом случае их, а. Так, его мы вырубили. Так. Это сейчас пускай развернется. Угу. Хочу просто их вырубить и фармить анимуса взять сразу. Фух, получилось. Я там еще сверху придурка. Сверху придурка мы трогать не будем. Да, фармить анимуса мы соберем сейчас. Так, у нас находится, получается... А, вообще недалеко. Твою мать. Так, я не понял, о чем они говорят вообще. Они говорили, друзья, непонятным языком. Я такой язык не понимаю. Сейчас фармит анимуса. Так, а, фармит анимуса двух... Второй из пяти. Ну, здесь сейчас у нас сундук именно. Блин. Так, пока сюда спрячемся за статую. Не-не-не, не получается. Так, зараза. Тут их еще стало больше, блин. Уже капец, а. Их стало намного больше, друзья, на самом деле, а. Ладно, сейчас еще раз он подойдет, дабы, чтобы не рисковать лучше, да. Потом этого вырубим, а. Так, нам почти дошли до кида. Ну, надеюсь, что дошли. Так, это... А, вот так вот. Сейчас он развернется, точно уйдет. Есть, давай. Спи. Так, ты стоят там, а? Ладненько, мы тебя вырубим, тут же вырубим его, а? И, если я убью, я миссию провалю, поэтому убивать мы не будем их. Да, в принципе, пока и не смысл их убивать. Это же мы к ним на остров пришли, а не они к нам, на нашу землю. Ух, блин, вовремя его. Сейчас я быстро их ограблю, а? Ограбить же можно. Это же не убийство. А, тут мало реалов на самом деле, а? Так, ладно, те нас пока не видят. Мы побежим все быстрее. Дабы сюкаться с ними я не хочу, а? Так, следующий ассасин. Так. Раз, два. И там еще сверху. Ну, ё-моё, сух. Тут трое, блин, а? Сразу, как же по-другому? По-другому никак, да? Ладненько, в любом случае, поближе надо. Сейчас у нас три девушки, да? Три девчули под окном прияли пряжу вечерком. И там еще трое. Да ни хрена себе, сколько их. Да, это будет сделать нелегко. Но, ладно, всех мы вырубать не будем. О, какие еще, ни хрена себе. А, там вода неподалеку, речка. Это же, блин, а. А, вот так можно пойти, друзья. Вот так вот, а. Даже пока не заметила. Так. Она идет сюда. Давайте мы ее в любом случае вырубим, а. Так чуть подальше дойдем, а. Она нам все равно мешает, а. Фух, так, ее подруги нас не спалили. Это прекрасно. Это Эдвард, твою мать, да что ты делаешь, идиот, а? Порой меня бесит Эдвард на самом деле, когда он начинает херней страдать. Предатель, можно ли попасть ниже? Самозванец в костюме предателя. А, это не говорит обо мне, а об Эдварде. Это не говорит об Эдварде великом. Я чуть не спалился опять же. Чуть зараза не спалился. А, нет, блин, зараза, он идет быстро, а. Сейчас не вырубишь, а. Ой, блин, а. Сука, сейчас тут две девчонки и один мужик, а. И сундук недалеко. Так что их я по-любому вырублю троих, а. А давай, 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 пока он нас вернулся. Быстрее, иди сюда, ко мне, девчуля, ко мне, ко мне. Ух, вовремя я ее, а. Очень вовремя, блин, а. Так, потом надо будет вырубить девчонку, а потом этого мужика.
Хотя, если мужик все подойдет к нам, значит мы мужика вырубим, а? Ух так, все свобода мужика. Так, теперь девчонка. Ух, блин, тут нас есть полил, придурок. Так бы там еще и сверху мужики, а. Так, да, блин, а миссия правда трудная, друзья. Сейчас сундучок быстренько. Давай, давай, Эдвард, давай. Так, опять же, кусты. Кусты, 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 кусты. Кусты, кусты. Ух, получилось, дядя. Там, кстати, неподалеку находится статуя Майя. Так. Давайте все-таки лучше подождем, а? Потому что, видите, он очень быстро разворачивается, я физически мало не успел бы, блин, друзья, перепрыгнуть туда. Это было бы нереально сделать. Сейчас он развернется. А, блин, Эдвард, ты когда лазит, вот эти, Эдвард, да, это не песня, когда он так долго собирается, полбеса. Тише, честное слово. Так. Вырубил, если пень тут полюбается на вырубить девчонку, 100%. Фух, так, сейчас он развернется, свалит эту тварь. Давай, 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 давай. Блин, я так долго думать будет, что он уже спалит меня. Блин, вовремя я. Долго. Долго, девчонка, вот это вот. Ну, долго он нас сидел, мутил, а. Ух ты, почему тут в ордене есть и... В общем, тут есть разные. Потому что ассасины в ордене, я имею в виду и белые лица, и, ну, и черные лица. Это, в принципе, мне на самом деле вообще не важно, какие тут есть ассасины, а. Мне сейчас больше важно именно другое. Блин, она очень быстро спалит нас. Так, улучшение доступно до в каюте капитана, это хорошо. Это прекрасно. Это супер, жалко у нас... Блин, зараза, каким образом ты меня вообще палишь, а? Зараза. А давай, Эдвард, давай. А твою мать, Эдвард. Отсюда слезь ты, блин. Же придурок, а. Честное слово, балбеса. Да ё-моё, ну блин, а зараза. Так все хорошо было. Так все прекрасно было, сука. Же блин, а. Что, опять она получается выполнить задание, да? Так, заберите. Ах, все, это мы просрали. А нет. Теперь нужно найти Джеймса. Так, подожди, я просрал или выполнил? Ладно, похрен, я просрал по ходу задания, друзья. На самом деле насрать, а. Еще что-то париться буду. Все, ладненько. Джеймси, пойдемте Джеймса искать, а. С ними сисюкать. А, вот он Джеймс, а. Прям под носом у них находится. Нихера себе, Джеймс. Проклятие, кит! Вот кит, ты зараза. Мы уже близко. Я чувствую. Твою мать, ассасина пришел, а. Сука. Где ассасин Дункан Уолпол? Давно убит. Я защищался. Он не стоит наших слез. Но это вы завершили его предательство. Почему? Только ради денег. Это должно меня утешить. Вы убивали наших братьев и сестер в Гаване. Ему дано зрение, наставник. Джеймс сказал, вы имели дело с тамплиерами. Вы видели того, кого зовут мудрецом? Да. Узнаете, если увидите снова? Наверное. Я должен быть уверен. Так, я не понял. Чё к чему? Ни слова. Идем. Все-таки это девушка, блин, а, честное слово, это нифига не пацан, а. Ну, блин, это девчонка, а. Вот я знаю, что Джеймс это девчонка, блин, а. А, все? Серьезно? Видите, друзья, мы завершили миссию. Мы, правда, сундук не собрали последний, а. Я же говорю, надо было сначала пойти к Джеймсу, а надо было сундуки, блин, а. Ну, взять, а потом уже, блин, зараза, ладненько. Фух, друзья.
Блин, так и знал, что надо было все цунуки собрать заранее. Ты втянул меня в это, ни слова не сказав, Кит! Что это, черт возьми, за шут был там? Говори! А, Табай. Так, нет, друзья, наша 20-летняя миссия завершена уже. А нет, страшная тайна мудреца. А, вот что как, нет, миссия еще не завершена. Нет, друзья. Так ты увяз в какой-то нелепой религии? Мы ассасины, и у нас есть кредо, да. Но оно не требует от нас покорности, лишь мудрости. Ну, расскажи, очень интересно. Ничто не истинно, все дозволено. Вот то, в чем можно быть уверенным. А, поближе, держаться к Джеймсу, а? Все дозволено? Мне нравится, пожалуй. Думать, что хочешь, и делать, как знаешь. Ты как попугай, а смысл не понимаешь. Хватит меня поучать, Кит. Я думал, ты мой друг, а ты обманул меня. И этим я спас тебе жизнь, Эдвард. Тебя хотели убить за то, что ты сделал в Гаване. Твою Машу, мамашу, ну ё-моё, а. Так. Ага. Мне придется обойти, да? Дальше, блин. Дальше пути нет. Это дверь, похоже. Да. Она должна как-то открываться. Тайный механизм. Лебедка? Угу. Доберитесь до... Блоки наверху. Так, какой механизм? Попробуй сдвинуть. Окей, окей, сейчас, Кит, все будет сделано. Так, забраться. Я тут хрена с два, да? Как забраться сюда можно? А, вот что как, а? По деревьям можно, серьезно? Я думал, миссия типа будет завершена. Вот, видите? Все-таки откуда я взял это название? Я просто вспомнил, что я смотрел прохождение чувака. Ё-моё! Я просто понял, друзья, что у чувака, ну, когда я проходил, смотрел у чувака прохождение. А-а-а! Вот что как. Я просто помню, что у чувака какое-то было прохождение давно. Я помню название этой миссии, вспомнил. Но я не думал, что она... Помню, что название такое было. Так. Ого! Молодцы! Так это за вами гоняются тамплиеры? Пока ты не спутал нам все карты, это мы гонялись за ними. Мы обратили их в бегство. Но теперь они сильнее. Да твою мамашу, блин, твою Митя! Так по-тупому погибнуть, твою нет, друзья, ну ты пипец, а. Это реально жопец позора. Блин, а. Так это за вами гоняются тамплиеры? Пока ты не спутал нам все карты, это мы гонялись за ними. Мы обратили их в бегство. Но теперь они сильнее. Сейчас мы их сделаем слабее, не переживай, Кит. Или как тебе, или зовут тебя... Классная девчонка. Кажется, механизм сломан. Придется идти в обход. Не отставай. Они не отстаю, Кит, не отстаю. Давай, не люблю я прыжок веры. Ой, кай. Так, прыгай. Ну что, пошли? Так, наверните. Ага, закидом. Вон они. Ого, прикольно, а. Блин, тут так красиво, а. Нет, все-таки офигенная миссия. Да. Поэтому она опять у меня затянется, блин, получится на, скорее всего, час с чем-то, но она того стоит. Затягивание миссии, она прикольная. Страшная тайна мудреца, блин, все-таки классное название. Так мы сейчас узнаем. Силы еще есть? Есть, есть. Обругать тебя хватит! Сейчас, друзья, мы узнаем, как раз-таки, в этой миссии, все-таки, тайны мудреца. Почему она страшная? Блин, да реально красиво, а. Блин, Кит быстрее плавает, она ускорится, а? Реально, блин, ну все, все искать, молодая девчонка, это девчонка, я знаю, что Кит девчонка, по виду видно, что девчонка, а не пацан, блин, ну, серьезно, только слепой не заметит, а? Наверное, там сокровища. Да, точно. Надеюсь, я трачу столько времени не напрасно. Зависит от тебя. В смысле? Я покажу тебе такое, что голова пойдет кругом. Надеюсь, ты выдержишь это. Не сомневайся. Так, давай, Кит. Учиться надо забраться наверх. Я понял, как? Кит будет долго возюкаться. А, он также идет за нами. Ага. Теперь мы руля, получается, временно. Или нет? Нет, должны мы быть мы руля. Давай, давай, Эдвард, давай. Победи Кида. Давай, давай. Мы должны Кида обыграть. Хотя бы в чем-то мы должны его выиграть, а? Давай, 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 Эдвард, давай, давай. Молодец, ай, красавчика. Сейчас мы первыми доберем. Опа, там водичка тоже. Блин, только, конечно, что я не выполнил 100% миссию, но в любом случае, наша миссия еще не завершена, друзья.
Так, опять же тот же механизм, а? Те же действия, так. Это он? Великий приз, про который говорил наставник. Он совсем не похож на того мудреца, увы. Не расслабляйся. Нас ждет еще одна загадка. Так, нам также надо замутить. Я, в принципе, принцип статуи понял. Статуи вроде тех, что мы видели раньше. Только с рисунками. На полу тоже есть рисунки. Но совсем другого рода. Между ними точно есть связь. Но какая? Сейчас я, Кит, все замучу. Я знаю уже. Я знаю, Кит, что замутить. Так, давай, опускай. Так, это... Животные на статуях и на полу отличаются друг от друга. Видишь? Вижу. Да, одни хищники, другие добыча. Все, я нашел. Но как их соотнести? Непонятно. Да все понятно, Кит. Что ты такой глупый, что ли? Да, вот тебе и связь. Совместить хищника и добычу. Я нашел, кажется, я правильно направление действую, друзья. Да. Ура! Угадали! Не, все-таки правильно действуют, друзья. Все-таки я не туп. Я этому очень рад. Так, теперь красненькую. Так, теперь подвигаем, давайте подвинем красненькую. Помоги мне, ладно? А хорошо, поможем. Подожди, Кит. Подожди. Помоги мне, ладно? Да помогу, Кит. Ай, блин. Помоги мне, ладно? Во. Нет, не катя-то. Камни могут быть противовесами. Я понял, что противовес. Сейчас все замутим, а. Сейчас мне это нужно. Во, мне нужно понять красненькую, а. Во. И теперь получится до зелененькой дойти, а. Так, помоги сейчас. Помоги мне, ладно? Сейчас, Кит, сейчас все будет, Кит. Ага. Да блин, подожди, Эдвард, а? Не, на самом деле прикольная миссия получается, а? Ну, я просто думаю, лечь друзья... по этим камням, Кенуэй. Есть идея. Точка. Есть. Друзья, я просто не знал, что, ну, получится миссия, получится завершиться. Я думал, ну, просто я не знал, что она так завершится, поэтому, ладно. Проехали, Валя. Главное, что миссия интересная, остальное не важно, а? Значит, так, тебе последняя фигню. Нам нужно именно до красной дойти, а? Помоги мне, ладно? Да сейчас. Во, все, друзья. Последняя. Да. Я очень рад, что я не туп, что я все понял, а? Давай, последняя дверь откроем сейчас. И все. Есть. Боже, это же мудрец. Но этой штуке уже сотни лет. Даже больше. Уверен, что это он? Да. Узнал по глазам. Тамплиеры сказали, зачем он им нужен? Они налили его кровь в стеклянный сосуд. В такой? Да. И хотели расспросить про обсерваторию, но он сбежал. Хм. Идем отсюда. Вот что за страшная тайна мудреца. Страшная тайна мудреца завершена. Теперь мы точно завершим миссию, друзья. Так, сейчас они походят, там поговорят. Вот. 23-я часть под названием «Страшная тайна мудреца» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, и главное всем спасибо, друзья, за вашу поддержку. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.